Объявление о предоставлении помощи в получении кредита женщина прочитала в местной газете. Сразу позвонила по указанному номеру. Мужчина на другом конце провода сначала был очень любезен. Он мне говорит: вы согласны, что 100 тысяч мы вам дадим? Я говорю: конечно, согласна. И, значит, платеж будет ежемесячный 2170. Я говорю: это меня устраивает на 5 лет, он говорит мне. Я говорю: да, хорошо. За фиктивное трудоустройство в московскую фирму мужчина попросил 10 тысяч. Потом еще 8 за пересылку документов и 10% от суммы кредита. Когда потерпевшая отказалась платить, перестал выходить на связь. Искать его пришлось уже полицейским. Было осуществлено 2 командировки. Это одна командировка в Ивановскую область, вторая командировка – это Краснодарский край. Сотрудники уголовного розыска выезжали в город Краснодар, где подозреваемый был задержан, впоследствии был доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний житель Краснодарского края. За что вы задержаны? За мошеннические средства выманил женщины примерно в декабре месяце 18 720 рублей путем вымогательства. Мужчина признался в хищении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается. Возможно, потерпевшая из Золотухинского района не единственная, кого обманул фигурант этого уголовного дела. Анастасия Шугаева при поддержке пресс-службы УМВД России по Курской области. События дня.